Николас Шапер занимается теоретической и практической психологией уже несколько десятков лет. За это время он провел сотни образовательных семинаров, главная цель которых – обучение студентов умению правильно вести диалог в разных кругах и сферах. Тема сегодняшней лекции в Брестском вузе – организационная психология. Мы рассмотрели вопросы коммуникации и интерактивного общения в области экономики, процесс общения в трудовом коллективе, практик создания единой команды специалистов. Все это поможет студентам быть успешными в их будущей работе. На трехдневные курсы уже в первый день занятий пришло несколько десятков студентов, многие из которых уже не в первый раз участвуют в подобных мероприятиях, организуемых на географическом факультете. Заинтересовала молодых людей программа курса, которая включает в себя и практическую, и теоретическую часть работы. Такая форма обучения по душе студентам, поэтому на факультете от нее отказываться не спешат. Географический факультет уже не в первый раз принимает гостей из-за рубежа для чтения лекций по различным проблемам науки. В данном случае приехал профессор из Германии. С Николасом Шапером мы познакомились в рамках проекта по программе «Темпус» – подготовка и повышение квалификации преподавателей для сферы туризма. И профессор Шапер согласился любезно прочитать нашим студентам лекции по основам психологии в туризме. У всех желающих еще есть возможность посетить образовательный тренинг. Ознакомиться с его программой можно на официальном сайте университета. Обучающие бесплатные курсы будут проводиться до 5 сентября.